Приморская команда FPV-25 прошла во второй этап всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердом». За блестящее представление Приморья в четвертьфинале участников поблагодарил министр промышленности и торговли края Сергей Калитин. Команда успешно сдала комплексный экзамен и прошла в первый этап «Зорница». Там приморцы соревновались 60 командами в удаленном управлении беспилотниками. Ребята вошли в 35 лучших команд и прошли в следующий тур – авиационная работа. Отметим, четверо из приморской команды получили свидетельство об освоении профессии оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом. Полуфинал состоится в заочном формате с 10 по 15 мая. Вы такой дружной командой проявили смелость, взяли на себя инициативу и от идеи до уже очень важного этапа, да, практически до полуфинала конкурса, дошли со своей инициативой. Промышленность в целом меняется постоянно, каждый год. Мы это чувствуем и на наших промышленных предприятиях. Уровень цифровизации повышается и появляется постоянно новая продукция, которой не было еще несколько лет назад. Время дает нам новые вызовы, да, и мы понимаем, что за беспилотными летательными системами, конечно, будущее, большое будущее. И страна сейчас находится в таком сложном, непростом этапе, да, когда беспилотные летательные аппараты необходимы не только для народного хозяйства. Поэтому я думаю, что то, что вы делаете, безусловно, будет востребовано во всех областях. И ваша идея, ее реализация, она очень важна.